Музей пожарной охраны в Чебоксарах отпраздновал юбилей. Уже 45 лет специалисты Центра противопожарной пропаганды рассказывают своим посетителям о нелегком пожарном деле. Музейная экспозиция разместилась в бывшей пожарной части на Карла Маркса. На трех этажах несколько тематических залов, десятки тысяч экспонатов. Музей пожарной охраны в Чебоксарах открыли 4 марта 1974 года на улице Николаева. В 1988 году выставка была перенесена в здание по улице Карла Маркса и переименована в пожарно-технический центр по передовому опыту пожарной охраны МВД Чувашской АССР. Василий Нягин – один из тех, кто принимал участие в обустройстве некоторых экспозиций. Освободили вот эти помещения и на историческом месте, поскольку на Карла Маркса 37 располагалась пожарная часть номер 4. То есть это реально боевая часть, которая выезжала на пожары. И само здание в этом году, в июне, вот, справляет 82-ю годовщину. Мы можем с гордостью сказать, что то, что было раньше, сохранили, приумножили. И сегодня вот этот музей служит нашему народу. Экспозиции постоянно пополняются. Появляются экспонаты, благодаря которым посетители узнают о работе пожарной службы не только в столице Чувашии, но и по всей России. Сейчас центру присвоен статус государственного музея. За 90 лет здание заметно обветшало и нуждается в ремонте. Буквально на прошлой неделе пришел документ из Центрального аппарата МЧС России, в котором этот центр попал в перечень реконструируемых объектов на 2020 год. За год работы здесь на уроках по пожарной безопасности побывали тысячи школьников со всей республики. Это место любят не только дети. Взрослые тоже с удовольствием изучают диорамы, макеты, живые экспонаты, собранные с мест реальных трагедий. Звезда надежды светит нам, звезда надежды, все это я заповеду и за честь свою.